В Самаре появится мемориальная доска заслуженному деятелю искусств России, режиссеру, актеру и педагогу Вячеславу Гвоздкову. Это работа скульптора Карена Саркисова. Открытие состоится в субботу ровно в полдень по адресу улица Садовая, 239, между зданием администрации Ленинского района и театром Самарская площадь. Дата выбрана не случайно. 20 апреля художественному руководителю, генеральному директору Самарского драмтеатра Вячеславу Гвоздкову исполнилось бы 72 года. Он ушел из жизни 21 января 2018-го, в тот момент, когда на большой сцене драмы шла его «Лебединая песня», любимый спектакль «Побег из Шоушенка». Тему человека, меняющего общество вокруг, режиссер считал основой в своем творчестве и близкой лично себе. Давайте сделаем всем смешно. Ну да, смешно. Ну, это ж быстро забываешь. А надо ставить так, чтобы не забывалось, чтобы впечатления надолго оставались. Это фрагмент интервью, которое Вячеслав Гвоздков дал нашей телерадиокомпании незадолго до своего ухода из жизни. Перед премьерой его последней, как оказалось, постановки комедии «Касатка». Всего в разных театрах России и Европы режиссер поставил около 150 спектаклей. Почти 40 лет маэстро, ученик великого Товстоногова руководил театрами ростовским, ташкентским, питерским и, наконец, самарским. В театр драмы имени Максима Горького Вячеслав Гвоздков пришел сразу после Петра Монастырского и возглавлял труппу 23 года.